Всем привет! В одном из комментариев у меня попросили снять видео обзор на Хоя Рангсан. Эта Хоя у меня есть, живет у меня она давно. Она одна из первых, кого я приобрела в свою коллекцию. У меня есть небольшая история, связанная с ней. Дело в том, что когда я ее купила, а купила я большой, красивый срез, на тот момент у меня был нулевой опыт вообще в укоренении, но я четко знала, что нужно укоренять в теплице на хорошем освещенном месте. Что я и сделала? Поставила этот большой красивый срез, по-моему, вторф в таблетку, ну, неважно, в общем, какой вторф точно я посадила. Но тут еще момент, я даже и не знала о классмане. И все это дело поставила в теплицу, у меня там были щечеринки. Также, я помню, Хоя Виллоза Лонг у меня там была, Као Данг Виллоза. В общем, все эти черенки у меня были в теплице, на окне. Но была осень, и я подумала, что ночью холодно. И поставила теплицу, ну то есть ставила теплицу на батарею на ночь. А утром ставила опять на окно. Ну, что вы думаете, конечно же, Хоям эта парилка не очень понравилась. А виллоза у меня укоренили, все нормально. Но Хоя Рангсан это не понравилось. Сначала пожелтел лист, один отвалился, остался еще один лист, и тот тоже пожелтел. В общем, он все сгнило. И у меня там еще были, конечно, сгнившие хоя. По-моему, у меня там была серпинс еще. Ну, в общем, половина теплицы у меня просто сварились. Вот, я, конечно, была очень расстроена, потому что этот черенок Рангсан был мною очень желан. Он очень был эффектный, красивый. Сейчас мне нравится эта хоя. Я ни в коем случае не хочу от нее как-то избавляться. Она мне не надоела. И черенок этих Рангсана на тот момент стоил 500 рублей. То есть для меня, как для новичка, это были большие деньги. Потому что у меня, в принципе, все растения дома на тот момент были бесплатные. Что-то у мамы с работы, что-то отдали бабушке, что-то муж притащил с учебного заведения своего. Ну, на тот момент не муж еще. В общем, все растения на тот момент были бесплатные. Только одну карнозу я триколор, самый первый, который я вообще купила, у меня была куплена, тогда помню, за 300 рублей. В общем, за 500 рублей покупать вообще растения для меня было каким-то безумием. Вот, но я это переборола, конечно, очень быстро вошла в этот темп, так скажем, покупок, прочувствовала рынок, вообще какие цены нормальные, какие ненормальные растения. Ну, в общем, сейчас не намного она подешевела, но это хоть подешевело. В общем, было мне очень обидно. Вот такой у меня печальный опыт. Не повторяйте мои ошибки. Никакие теплицы мы не ставим на батареи, даже если очень холодно. Лучше обеспечьте ее хорошим дополнительным освещением, что на тот момент у меня не было. Не было, конечно же, ни стеллажей, никаких дополнительных подсветок. Вот. Ну, такой вот от моей любви и заботы погибли череночки. Вот, те, кто у меня на тот момент выжил, я их, так скажем, они у меня подросли, и я опять купила Рангсан, опять поверила в свои силы, и уже вторая моя покупка, вот, она хорошо укоренилась, выросла. Рост не шибко быстрый. Вот, смотрите, растение, я не часто его черенкую, вообще скажу, можно сказать, почти не черенковала, и оно вот такое небольшое. Эта хоя имеет рифленый красивый лист с обильным сплэшем, лист очень-очень темный, прям темно-темно-зеленый и сплэш зеленоватый.
Размер листа вообще средний, но она может чудить и давать что-то такое вот мелкое, непонятное, но все равно красивое. Сплэш она ни разу не теряла. И вообще к ней вопросов нету по поводу ее по поводу укоренения, она быстро укореняется, но вот рост только медленно. По уходу тоже никаких капризов. Единственный вопросик у меня к ней — это ее цветение. Это единственная хвоя, ну, на данный момент, с которой я срезаю цветоносы. Это все, что осталось от ее цветоносов. Я ее терпела, и потом я стала просто срезать все это безобразие. Цветет она, цветоносов у нее много. Она выпускает их прям как-то, я не знаю, куча. Вот посмотрите, остатки еще есть. Цветение никакое. Аромата никакого вообще. Это один мусор она мне оставляет. И вот я ее начала просто срезать. Вот эти цветы просто вот. Вижу, она у меня опять дует цветонос. Я сразу обрываю. Вообще непонятное какое-то. Те, у кого цвел Роксан, меня поймут. Лучше бы она этого не делала, а акцентрировала внимание на своей красивой зелени. Лучше бы она росла. Она не активно кустится. Но в целом вот две ветки у меня здесь смотрятся достаточно прилично. И я ей не гоню ее, чтобы она у меня росла там с бешеным темпом. Меня устраивает. Все, в принципе, мне устраивает, кроме ее цветоносов, которые мне только доставляют мусора. Еще хвоя Роксан в этом году меня очень удивил. Удивил тем, что он, будучи выгоревший на солнце, вернулся в свой изначально правильный цвет листьев, так скажем. То есть, когда мы переехали в феврале, я разместила его на южную сторону с ярким освещением, прям под палящим солнцем он у меня стоял. И в момент, когда я увидела, что что-то не так с ним, что он выгорает, я, конечно, уже его сразу убрала. Убрала также на южную сторону, но уже в полутора метрах от окна поставила его на пол. И вот сейчас, когда я его достала для обзора, протираю листья, смотрю на него и обращаю внимание, что он какой-то правильный, какой-то он красивый. То есть на тот момент, когда я его убирала, он был желтоватый, подвыгоревший. И это я поняла на контрасте с молодыми листьями, которые еще не успели выгореть. И вот такая вот у него особенность, что он вот реабилитировался. Я прям очень этому рада и удивлена, потому что я снимала видео про Joy Splash, который у меня выгорел. Вон он на фоне стоит. То есть та сторона у меня молодые листья темные. И вот эта вот сторона, которая выгорела, она так и не возвращается. Хотя он у меня давно здесь стоит уже. Роксан я поставила позже. Он стоит вон по соседству, вот здесь на полу. Он восстановился. Но это вообще какое-то чудо, если честно. Я замечала один раз на черенке сабаха, который у меня выгорел. Укорененный черенок, который был на продаже. Он у меня выгорел, был прям желтоватый. И прошло какое-то время, он у меня восстановился, стал зеленым. Но я как-то не очень придала этому значение. Я подумала, ну мало ли он у меня, может быть, болел чем-то или еще что-то. В общем, поправилось и все. А тут, когда полностью растение выгоревшее восстанавливается в свой изначальный вид, это уже не какое-то там совпадение, не какая-то болезнь. В общем, я очень рада, и теперь я знаю, что есть вероятность, что хвоя выгоревшая вернется в свой изначальный вид. Ну, на этом закончу свой обзор. Подписывайтесь на мой канал,
ставьте лайки и до скорых встреч!